Здравствуйте, сталкеры! С вами опять я, сталкер-баннерщик. И для вас у меня такое срочное сообщение. В общем, сейчас я нахожусь на укрепке. Ну, на укрепке, это громко сказано. Нахожусь я около костра, тут много сталкеров. В общем, ученые дали такое задание. Очень срочное. Дали это задание только тем сталкерам, которые, ну, действительно помогают ученым. Действительно с ним сотрудничают. В это, как бы... В этот список попал и я решил выполнить это задание, так сказать. Не знаю, я волнуюсь сейчас, говорю, может, немножко сбивчиво, но действительно, это очень сложно. Это очень сложно, потому что предлагают... Ученые предлагают такую вещь, которую никогда еще не предлагали. Все те квесты, которые предлагали не до этого, это было просто ерунда, это детский лепет был. Сейчас они, в общем, изобрели какой-то... как они называют его, пространственный телепорт, он может перемещать в другие зоны нашего мира, и оказывается, наша зона, зона сталкера онлайна не единственная. И есть и другие зоны, оказывается, есть зоны онлайн. Там, говорят, вообще жестко, там за все приходится платить очень много денег, и чтобы там выжить, там тупо нужно донатить. Но это полбеды, там можно выжить. Меня хотят переправить, я подписал уже контракт с учеными, это было сложно, это был такой тяжелый выбор, но я его сделал. Я подписал с ними контракт, они решили меня отправить, в общем, в новую зону, в зону Курганска. Да, появилась новая зона в Курганске, там очень сложно выжить, туда отправляют без ничего, без оружия, без снаряжения, то есть туда ты попадаешь голый. Просто голый ты там должен выживать. Ты должен собирать информацию о мутантах, о зомби, об аномалиях, об артефактах, о местных жителях, если такие там будут. В общем, ученые не знают, что такое, что произошло. Но они набрали добровольцев. Вот вы видите, они тут стоят, и они хотят. Но некоторые сомневаются, некоторые убегают, их стреляют. Те же самые ученые, которые сидят в кустах. В общем, мы попали, так сказать, в такую западню. С одной стороны, вроде это добровольно, а с другой стороны, это и принудительно. Но я решил перейти все-таки в зону Курганска, потому что я сталкер. Я должен изучать что-то новое. Здесь я уже много изучил, я могу считаться, ну, как я считаю себя. Все-таки не новичком, но в зоне Курганска я новичок, и я хочу там побывать одним из первых. Поэтому, пока другие сталкеры сомневаются, я решил... согласиться на эксперимент ученых и все-таки перейти в эту зону через их телепорт. Да, если честно, опасно уходить отсюда. Тебя тупо завалят ученые военные, которые окружают эту точку, где горит костер, где собрались вот эти все сталкеры, которые хотели сначала туда перейти, потом передумали, потом опять захотели. В общем, все, я решил, я перехожу в зону Курганска. Сталкеры, мы увидимся теперь только там. Ну, конечно, если я там выживу. До встречи. Сталкеры, это опять я, сталкер-баннерщик. Меня ученые забросили через телепорт в зону Курганска. Теперь я здесь. У меня нет ничего. Я один. И я, можно сказать, голый. У меня нет ни оружия, ни рюкзака, ни ингредиентов, ни своих, ни аптечек, ничего у меня нет. Тут бегают мутанты, крысы, но они не опасны. В общем, в зону попал только я. Только один я. Только мне получилось попасть сюда. Остаться в живых. У меня есть топор. И этим топором я убью свою первую крысу. Да, это сложное место, это трудное место, это непонятная для нас зона, но все же это зона. Тут есть аномалии, тут есть артефакты, тут есть мутанты, тут есть зомби. Тут нужно выживать. Единственное, здесь нет военных пока. Ученые сюда их пока еще не отправляли. Пока сюда засылают только сталкеров. Сталкеров для изучения новой зоны. Я был одним из первых. Можно сказать, здесь я только один. Здесь никого нету. Здесь только я и зона.
Я сталкер-баннерщик. Я прошел все зоны сталкера. Я прошел все зоны сталкера онлайна. Все зоны С-зоны. Здесь я первый раз. И я надеюсь, я здесь выживу.